И снова здравствуйте, всем привет. Итак, коротенький хочется ролик такой снять на персов, показать, как тут все устроено. Значит, ссылка, где их скачать, будет в описании. Группа в ВК. Все там, ну, почти все персы там с ригами. Так, это значит G. Вот так вот работает лапа. Смотрим. Ну, симпатюшно поднимается, все мягенько. Так, тройка, включаем. Так, хвост. Вот как у нас тут хвост такой вертится. Вот, можно его тут закруглять, поближе подводить. Нормально. Так, что у нас теперь с ртом? Английская R. Рот закрывается. И вот тут еще косточки добавил. Значит, чтобы у нас перс имел какую-то мимику. О! Можно одну косточку двигать, можно две. У него, значит, нету этих, как их называют, век. Вот можно ее тут перекручивать, чтобы он тут типа подмигивал. Давайте пропишем анимацию подмигивания. Так, значит. Подводим фейс лица. Прописываем А и лок рот. Теперь, значит, немножко, наверное, удивленница. Ну, глаза уже понятно, что я А, И, лок рот. Это значит G на 10. И на одном и том же кадре записал, не передвинул. Вот так, А, И, лок рот. И первый кадр переносим Shift D на 20. Опа. Так, теперь еще какую-нибудь мимику давайте придумаем. Так. G опустим, а это значит поднимем. А, И, лок рот. И вернемся, значит, на вот этот кадр Shift D на 40. Ну, а что так неплохо прописывается. Все нормально. Disney сила знает, как без век обходиться персонажу и быстрее. И очень удобно, кстати, так вот делать мимику. Так, что у нас по хоботу? Он у него надувается, да? Вот эта косточка S. Вот вы можете ее надувать, вот эту косточку. Надувается весь, значит, хобот. Ну, а эту косточку регулировать как на сдутие, допустим. Так, G. Косточка отвязана, привязана иначе. Так, здесь тоже можно, значит, и шипкеями, но можно и косточкой S. Просто как-то хобот отвязывать, можно ее отдельно тут было поставить, чтобы она за собой не тянула вот эти косточки. А вот эти косточки привязать вот к этой кости, допустим. Ну тогда повороты, как это все дело будет, вообще будет гемор. Ну, в принципе, можно тут кое-что подтянуть. Где-то тут еще, возможно, S там как-то ее уменьшить. Ну вот надуваемость хобота присутствует. Хобот надувается. Вот. Ctrl-Z. Ну, в принципе, анимацию не прописывал. А, она прописалась. Не прописалась, а так и осталась. С изменениями. Так, что еще тут может быть интересного для вас? Ну, в принципе, все точно так же, как и с большим слоном. Косточка управления, значит, G. Вот она.
персонажа двигает. Так, здесь у нас что? Тоже наклоны, перекрутка позвоночника. Это уже норм, понятно. Так. Ну вот уже перс как бы в позе. Ну, можно тут делать словом анимации. Может быть, если кому надо, побольше костей тут добавить. Но в принципе тут все настроено на копии location. Так, это G. Вот можно его и так гнуть. Хобот. Ну, можно и костями. Словом, вот такой персонаж. Тут тоже уши вот. Кстати, по ушам уши тоже работают. Вот все косточки тут настроены. Можете крутить, уменьшать их там. Как вам будет удобно. Так, давайте еще одного персонажа вам покажу. Это значит файл open анг походка. Вот такого персонажа, значит, я еще набросал, кинул в группу, потому что смотрю, что в майке многие ролики именно с этим персонажем показывают, там анимация походки на нем показывает. Думаю, ну вот для блендера, если кому-то надо, вот такого анга, значит, я набросал. Ну, по-простенькому, конечно. Но, в принципе, выглядит неплохо. Тоже есть у него, так, косточка есть, так, лица, в смысле не лица, а челюсти, тройка на нампаде. Вот вы можете здесь, значит, делать анимацию разговора, чуть-чуть, на, так, вставлять ему можно зубы, там пустотелое, язык добавлять. Так, веки присутствуют, косточки добавить на глаза, чтобы анимация была. И если кому-то интересно, можно ему сделать, попробовать сделать рик лица и записать какие-нибудь уже прям такие движуки, приколюхи, да? Так, значит, косточки присутствуют на ремне, им можно тоже руководить. Вот они. Все тут можно перестраивать, настраивать. Ну, в принципе, я думаю, персонаж симпатичный. Так, персонаж будет тоже находиться в группе ВК. Если кому-то надо, скачивайте. Пробуйте с ним анимации. Еще что сейчас хотел бы показать, это... Как анг, значит, выглядит. Так, это. Так он выглядит без рига. Значит, что у него присутствует? У него присутствуют, значит, штаны вместе с гольфами. Это все можно разъединить. Ну, в смысле, обрезать и сделать два саптула разных. Потом у него присутствует, значит, вот этот вот пояс, ну и глаза. В принципе, ничего такого серьезного нет. Сделал я его по-простенькому. Болванка, значит, персонажа. Это экстракты, экстракты. Это маскирование, тоже экстракты. И глаза по прошлым роликам просто нарисовал. Так. Нарисовал и выдавил. Да, конечно, не ахти какие. Ну, как говорится, какие есть. Смотрится вроде нормально, мультяшно. Вроде бы пойдет.
Итак, вот такие персонажи, его можно, значит, еще переделывать, там, добавлять ему какие-то шмотки уже именно в блендер моделированием. Можно тут же добавлять скульптом. И разные менять шмотки, можно все это дело закинуть, значит, затекстурировать в другой программе какой-нибудь. Substance Paint, допустим, или, допустим, Moodbox, или так, там 3D Code, тоже там потренироваться вот на всей вот этой штуковине. Все, всем пока, до свидания. Вот такой обзор на два персонажа, значит. Кому надо, заходите по ссылке и скачивайте.